Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и я, Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов избран председателем областного филиала партии «Нур Отан». В Караганде состоялась внеочередная 27-я конференция. Уже почти неделю без воды. В результате паводков затоплены водозаборы, которые питают районы Темиртау холодной водой. Власти решили продлить отопительный сезон, чтобы не лишать горожан еще и горячей воды. В Казбекбийском районе Караганды будут благоустроены 4 жилых двора. На работы выделено более 300 миллионов тенге. Работы проводятся в рамках программы развития региона до 2020 года. В Карагандинском областном филиале партии «Нур Отан» выбрали нового председателя. Им стал глава региона Ерлан Кушанов. За его кандидатуру единогласно проголосовали 125 делегатов со всех регионов области. В Караганде состоялась внеочередная партийная 27-я конференция. Председателем Карагандинского областного филиала партии избирается Кушанов Ерлан Жаканович. Поздравляю. Единогласно аким Карагандинской области Ерлан Кушанов избран председателем областного филиала партии «Нур Отан». Глава области поблагодарил делегатов конференции за доверие. Он также отметил, что все цели, поставленные президентом страны, будут реализованы совместными усилиями. Это доверие в первую очередь главы государства для меня и доверие ваше сегодняшнее. Я осознаю, насколько это очень высокая ответственность. Я думаю, все мы вместе реализуем те все поручения, инициативы нашего президента. Спасибо еще раз за доверие. Рахмет. Нынешний год с самого начала стал богат на общественно-политические события. Это и очередное послание президента страны, третья модернизация Казахстана, глобальная конкурентоспособность и его же программная статья «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Обсудить деятельность филиала партии в свете этих документов – вот главная задача нынешней конференции. Цель – максимально задействовать все партийные ресурсы и механизмы взаимодействия, донести значимую информацию до каждого гражданина. Проведено более 4000 мероприятий с общим охватом более 477 тысяч человек. Выстраивать взаимоотношения с представителями институтов гражданского общества по обсуждению общественно значимых вопросов нам позволяют такие наши диалоговые площадки, как Общественный совет по развитию культуры и искусства МИРАС, Молодежный дискуссионный клуб ЕРКМПКР, Коалиция демократических сил Карагандинской области, а также акции «Единые дни приемов граждан по различным направлениям». В работе конференции приняли участие 125 делегатов со всех регионов области. На конференции также присутствовала секретарь партии Наталья Годунова. Она озвучила задачи на нынешний год по активизации информационной работы, проведению партийного контроля и оказанию социальной помощи населению. Наряду с социально-экономическими и политическими преобразованиями стоит задача опережающей модернизации общественного сознания, идеологию которой президент изложил в своей недавней статье. Ее ключевой тезис заключается в том, что наряду с сохранением национального кода главным успехом в новой глобальной реальности является конкурентоспособность. Конкурентоспособность и экономики, и нации. Всеобщий культ образования, открытость и восприимчивость к новым достижениям, а также реализм и прагматизм. Делегаты конференции также внесли изменения в состав политического совета областного филиала. Изменения внесены в связи с выездом партийцев за пределы Карагандинской области. Предложенные кандидатуры были рассмотрены и поддержаны участниками конференции. Андрей Тенул, Жас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Статья главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» не оставила равнодушными преподавателей высших учебных заведений. Педагоги заявляют, что любую политическую реформу, не одобренную духовным сопровождением, может ожидать крах. Статья президента «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» не оставила равнодушными педагогов. Декан факультета философии и психологии КАРГУ и член Совета по связям с религиозными объединениями Байжол Карибаев считает, что эта статья является очень актуальным и полезным документом. Ведь в модернизации государства главное не забывать свои истоки и культуру.
Очень важно, что Нурсултан Абишевич Назарбаев уделил большое внимание гуманитарным факторам модернизации, психологии, философии, социологии. То есть это как раз те предметные ракурсы, которые работают в нашем Карагандинском государственном университете, которые могут участвовать вот в этом грандиозном процессе модернизации казахстанского общества. Важный крен, который определяет вот современные политику, образовательную, языковую, культурную политику, является то, что наш президент говорит о необходимости приобщения к народным источникам, мировоззренческим источникам национальной культуры. Это язык, обычаи, свадебные обряды и так далее. Все эти вещи, они должны быть заново осмыслены и создать некоторую такую культурную парадигму современного Казахстана. Почти неделю жители Темиртау испытывают проблемы с водоснабжением. В результате паводков затопило Нуринский и Сергиопольский водозаборы. В связи с этим власти города решили продлить отопительный сезон, чтобы не лишать темиртауцев еще и горячей воды. Затопление Нуринского и Сергиопольского водозаборов произошло из-за сброса воды из гидроузла Самаркандского водохранилища. Однако обвинять кого-либо темиртауские власти не стали. Это природный фактор, от которого никто не застрахован. Такое заявление сделал аким Темиртау Галым Ашимов. По сведениям местных властей, были своевременно предприняты меры, чтобы сберечь оборудование. Снизь потопление, скоро, конечно, эту воду подавать нельзя. Наши санэпидемиологи сразу отреагировали. Мы их сами попросили, что будем останавливать. Мы их всех уведомляем, будем останавливать. И поэтому сейчас эти работы, которые необходимы сейчас для ликвидации этих всех вопросов, у нас уже приняты. Работа уже со вчерашнего дня ведется. Те помпы, те откачивающие средства, приведение соответствий. Это все есть. Затопление произошло 14 апреля. По сведениям городских властей, были тут же отключены головной насосный агрегат и рабочие скважины. Без питьевой воды оказались потребители западного района Темиртау. В настоящее время производится подвоз питьевой воды с сопки Апан. Ту воду, что в некоторых районах города подается, санитарные врачи рекомендуют употреблять кипяченой. Но мы также людей настораживаем, если они набирают где-то из неизвестных источников, чтобы обязательно воду кипятили или использовали в питье только бутилированную воду. Ту воду, которую привозят, она тоже соответствует требованиям санитарных правил, потому что каждая машина тоже так же приезжает. Мы отбираем пробы воды на соответствие требованиям санитарных правил. Из-за проблем с водоснабжением в Темиртау решили продлить отопительный сезон, чтобы не лишать горожан еще и горячей воды. На этот период, пока мы отопитель не запустим, мы решили придержать отопительный период. Почему? Потому что, вы знаете, в старой части города она останется вообще без воды. А здесь вот мы горячую воду подаем, правильно, да? И во многих домах многоэтажных, у нас их очень много. Вы знаете, у нас 1162 многоэтажных дома, вот именно там, как бы давления воды не хватает, и поэтому как бы эти дни мы еще, наверное, поддержим. В настоящее время затопленные скважины осушают. Технические мероприятия могут занять до 5 дней. В городском акимате заявляют, что питьевая вода в домах темиртаусов появится уже в конце недели. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 16-летняя студентка из Шахтинска стала жертвой насильника. Девушка познакомилась с мужчиной через социальные сети и решила встретиться. После свидания в кафе мужчина завлек несовершеннолетнюю в подъезд многоэтажного дома и изнасиловал. Преступника удалось задержать по горячим следам. Задержанный подозреваемый уже дал признательные показания. К тому же его опознала потерпевшая. В отношении мужчины проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы. Известно, что задержанному 21 год. Задержанный дал признательные показания. В отношении него на сегодняшний день проводится досудебное расследование по статье 120, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Жуткая находка во дворе недостроенного дома шокировала жителей Темиртау. Тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было спрятано среди бытового мусора. Его обнаружили полицейские. Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого. Он уже дал признательные показания.
С заявлением о пропаже 45-летнего жителя Темиртау в полицию обратился его брат. Он рассказал, что мужчина вышел из дома 13 апреля и с тех пор на связь не выходил. Для установления местонахождения без вести пропавшего создали оперативно-поисковую группу. Именно они обнаружили тело пропавшего с признаками насильственной смерти. В тот же день оперативники вышли на след и установили подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Темиртау. Задержанный признался в совершенном преступлении и рассказал, что между ним и погибшим произошел конфликт. После убийства мужчина спрятал тело. На сегодняшний день задержан водворенный изолятор временного содержания. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 99, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть убийство. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам подходит к концу слушание о сожженной двухлетней девочке. На скамье подсудимых родная мать ребенка и ее сожитель. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве и краже, женщину в сокрытии преступлений, а также совершении кражи. Фигурантам громкого уголовного дела грозит суровое наказание. Прокурор просит для мужчины пожизненного срока, а женщина может попасть за решетку на 10 лет. Известно, что оба подсудимых уже отбывали наказание за убийство. Подсудимая Ильяна Драган уже сидела в исправительном учреждении Чемолгана за убийство своей бабушки. Ее сожитель Владимир Зеленый отбывал наказание за другое убийство. Оба освободились из мест лишения свободы условно-досрочно. С тех пор женщина успела родить троих детей. Старшей девочке 7 лет. Она и ее младший брат, совместный ребенок сожителей, находятся в детском доме. А вот среднюю двухлетнюю Эвелину уже никогда не вернуть. Подсудимые сожгли тело окоченевшей девочки в одном из дачных домиков недалеко от Юго-Востока. Биологический отец ребенка в виновность подсудимой не верит. Он оправдывает ее поведение алкогольным опьянением. А вот прокурор действия обеих оценивает как безжалостное убийство и сокрытие. Сегодня сожители выступят в суде с последним словом. Айем Амрина, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. В ближайшее время в Казбекбийском районе шахтерской столицы благоустроят 4 жилых двора. На работы выделено более 300 миллионов тенге. На одном из строительных участков побывали наши корреспонденты. Аппарат акима района Казбекби является администратором программы благоустройства и озеленения населенных пунктов, в рамках которой проводится комплексное благоустройство дворовой территории домов номер 19 и 17 на улице строителей. Работы проводятся в рамках программы развития регионов до 2020 года. Данный дом вошел в программу модернизации ЖКХ, а сейчас она называется «Развитие регионов 2020». Они приобрели себе лифты, и в связи с этим спасибо большое акимату. Они выделили нам благоустройство придомовой территории, благоустройство нашей, ну, такой вот никчемной детской площадки, которая находится в центре Юго-Востока. Поэтому это очень большое спасибо акимату за, ну, такой огромный вклад в развитие нашего города. В проекте комплексного благоустройства предусмотрено асфальтирование с устройством гостевых карманов, замена бордюров, установка современных комплексов, детских игровых и спортивных площадок. Также для молодежи будут установлены сооружения для занятия стрит-воркаутом и футбольные поля. Уже началась посадка деревьев и газонной травы. Благоустроительные работы в этом году пройдут в 4 дворах: Ермекова 14/2, Можайского 9, Строителей 19, Карбышева 19/2 и сквер, прилегающий к территории театра мускомедии. Также продолжится реконструкция парка отдыха. Также дополнительно у нас будут проводиться работы в этом году по благоустройству мини-скверов, которые у нас расположены на пересечении улиц. Это такие объекты, как на Юго-Востоке, это университетская Муканова, пересечение улиц, Республики Шахтеров, Саты Балдина Шахтеров. Также у нас в городе, в секторе города, это у нас Ленина 4, Ленина 49 и 50. Это, то есть, те островки, которые на сегодняшний день они пустуют. После проведенных работ там уже образуется, можно сказать, сквер. То есть будут также тротуары из брусчатки, малые архитектурные формы и ландшафтный дизайн. И также освещение будет. В текущем году из республиканского бюджета на все 12 объектов выделено 300 миллионов тенге. Все работы планируется завершить в июле-августе текущего года. Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.
Работодателям, руководителям учреждений и предприятий Караганды рассказали о приоритетах медицинского страхования. Информационная работа прошла в рамках 27-й внеочередной конференции областного филиала партии «Нур Отан». По правилам медицинского страхования за наемных работников взносы будут осуществлять работодатели, а работники и самозанятые граждане отчисления будут делать самостоятельно. Внедрение в Казахстане обязательного социального медицинского страхования позволит обеспечить солидарную ответственность государства, работодателей и граждан за здоровье, а также повысит качество и доступность медицинских услуг. Уже с июля взносы в фонд будут вносить работодатели. Для чего нужно усиление финансовой устойчивости системы здравоохранения? Вот считается, когда это международные стандарты, считается, что когда больше 20% на свое здоровье гражданин тратит из своего кармана, то есть наличных денег из заработной платы, это угроза финансовой устойчивости системы здравоохранения, государственной системы. Вот у нас этот процент дошел до 34%. То есть это проблема. И она в рамках только одного бюджетного финансирования не решается. За счет обязательного медицинского страхования в Минздраве намерены расширить объем услуг. Создание фонда будет способствовать снижению уровня неформальных платежей, а также поможет предотвратить последствия и развитие различных заболеваний, заявила Наталья Годунова. Сумма, которую вы оплачиваете, отчисляете, как работодатель, как работник на медицинское страхование, она будет ограничена, когда у вас будет грипп, у вас будет оставаться какой-то остаток средств, небольшой, да? Но не дай бог, у вас будет какое-то серьезное заболевание, то вы в пределах этого пакета не сможете получить высокотехнологичную и длительную медицинскую помощь. По правилам медицинского страхования за наемных работников взносы будут осуществлять работодатели, а работники и самозанятые граждане отчисления будут делать самостоятельно. Фариза Улбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде установят архитектурно-монументальную композицию, посвященную Виктору Цою. Скульптура украсит сквер по улице Олимпийская. Кроме того, власти Караганды совместно с общественным фондом «Казахско-корейская дружба» намерены благоустроить территорию сквера. Специально для разработки эскиза скульптуры и проекта благоустройства провели конкурс. Победителем стал молодой архитектор Дмитрий Быков. Карагандинец Дмитрий Быков работает архитектором в частной компании. Он является поклонником творчества Виктора Цоя еще со школьной скамьи. Узнав о конкурсе, Дмитрий не стал долго раздумывать. Подав заявку на участие, он несколько раз приезжал в сквер. Изучив территорию, архитектор создал эскиз монумента в виде стереокартинки. Проект представляет из себя лик Виктора Цоя в солнце. Солнце взято с его альбома «Звезда по имени Солнце». За счет того, что он темный или черный, ну, как и любил носить одежду Виктор Цой на своих концертах черного цвета, ну, за счет этого появляется контрформа, которая читается гораздо четче, чем если бы это был другой цвет. Высота скульптуры лика Виктора Цоя в обрамлении солнца составит примерно 5 метров. Архитектор планирует, что ее выполнят из нержавеющего металла. Сейчас эскиз будущего монумента и проекта благоустройства сквера находятся в Союзе архитекторов. Именно здесь его оценили и выбрали победителем. Дмитрию вручили денежный приз в размере 500 000 тенге. Это молодой архитектор. Вот у него свое видение этого монумента. Кроме работы Быкова, в конкурсе приняли участие еще 18 карагандинцев. Они представили на суд жюри самые разные скульптуры. 5 из конкурсантов получили денежные призы и дипломы. Здесь был, были, нет, никаких не было ограничений ни в титулах, ни в возрасте. Здесь принимали участие многие ребята, которых мы даже не знали. Скажем так, они не члены Союза архитекторов, они прочитали объявление и откликнулись на это пожелание принять участие в конкурсе. 5 работ были награждены за свою тематику, кого-то за, наверное, за идею.
Сейчас территория сквера выглядит неказисто, но вскоре здесь все изменится. Территорию вычистят, установят скамейки и столики. Деревья при этом не пострадают. Также в сквере будут установлены 2 биотуалета, детские площадки, скейт-парк, велосипедная дорожка, а также малые архитектурные композиции, созданные на основе снимков самого Виктора Цоя. Правда, когда начнется благоустройство, пока неизвестно. Айым Амрина, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В игровой форме о важном. Библиотека имени Бектурова организовала краеведческий квест. Мероприятие дало старт неделе юношеской книги «Горизонты знаний». 15 увлеченных молодых ребят раскрывали тайны шахтерского города. За процессом игры наблюдала Фариза Улбаева. Старт был дан на ЦУМе. Здесь выданы задания. Первой станцией стал театр имени Сакена Сейфуллина, где ребят ждали нелегкие исторические вопросы. Учитывалось потраченное время и, конечно же, правильные ответы. Каждой команде начислялись баллы. Краеведческий квест с громким названием «Где-где в Караганде» собрал 3 команды студентов колледжей. Квест-игра и другие конкурсы организованы в рамках целого ряда мероприятий. В республике отмечаются очень большие события, такие как 25-летие государственных символов Республики Казахстан, столетие движения «Алаш», затем международная специализированная выставка пройдет в Астане, «Экспо». И вот всем этим событиям приурочены наши мероприятия в рамках недели юношеской книги. Участников проверяли на знание истории Караганды. Были выбраны занимательные и увлекательные формы вопросов. Сам квест с английского языка означает «поиск». Игрокам было предложено искать ответы на вопросы, разгадывать головоломки, расшифровывать анаграммы и выполнять все это с помощью специальных карт. Квест-игра – это отправная точка, центральная вот улица нашей Караганды. И ребята уже затем будут получать свои задания. Тут специальное такое мероприятие разработанное. Они получат это задание и будут уже по городу разойдутся и будут выполнять эти задания. А уже где-то к 4 после обеда, они, выполнив эти задания, они придут в нашу библиотеку. Студентка юридического колледжа Оксана Шутова в такой игре участвует впервые. Она отмечает, что каждый должен знать историю родного города. Вопросы были интересные и познавательные, говорит Оксана. Мы первыми прошли этот, ну, можно сказать, нелегкий путь, потому что на все задания были довольно-таки непростые ответы, так как все связано с историей, мы сделали один большой вывод, что нужно знать историю своего города, так как мы являемся все жителями этого города. Заключительной станцией стала юношеская библиотека имени Бектурова. Первой к финишу прибыла команда «Историки». В завершении мероприятия участникам провели экскурсию. Книжная неделя завершится 25 апреля. В этот день победителей всех конкурсов ожидают призы и памятные подарки. Фариза Улбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Саобалмстар.